Вот. Вот такой вот центр в Лидсе. Магазинный центр. Здесь куча магазинов. Вот так вот он выглядит. Он огромный, он находится прямо в центре Лидса. Вот какая крыша красивая. Вот как этот центр выглядит с третьего этажа. Здесь очень красиво. Вон крыша какая. Вот он, этот пони. Поближе. Такая очень красивая. Очень красивая. Из железа, по-моему, сделан. И вот как смотрится этот шоппинг-центр сверху. Трехэтажный. Вот еще вот такое вот здание. Это Leeds Market. City Market. Вот еще. Такое красивое здание. Автобусы здесь есть. Вот с другой стороны. Еще это City Center Leeds. Вот. Это линия, где куча ресторанов, магазинов и кафе. Вот он, как выглядит вот это вот большое здание с такой круглой крышей. Мы сейчас пойдем внутрь и посмотрим, как оно выглядит. Вот еще и красивые рисунки на здании. Вот он, как выглядит внутри. Это с третьего этажа. Вот. Тоже еще один центр с магазинами. Вот. Красивый. Крыша красивая. Вот еще один такой маленький шоппинг-центр. Тоже. Здесь много очень дорогих магазинов. Вот такая мозаика такая красивая. На полу. Такие вот как маленькие балкончики. Вот еще такая длинная дорога, где куча магазинов. И вот очень красивое здание вот сзади. Многоэтажки стоят. И вот как выглядят вот эти вот маленькие такие улицы с магазинами, с богатыми. Вот так. А здесь туда уходишь. На улице вот здесь более такие популярные магазины. А вот он университет, как выглядит, видите. Это студенческие квартиры. Вон еще здание. Многоэтажки. Это часть университета. Это здание, по-моему, около 90 миллионов стоило построить университету. А вот он самолет.